Сейчас мы ведем переговоры, чтобы обл.администрация оплачивала и все эксплуатационные расходы. А супергодные условия такие. Вот вам оборудованное место с сетевым доступом и персональная техника. И на первый год вы вообще ничего не платите. Просто у вас есть проект, вы работаете по проекту. Через год отчитываетесь, и мы смотрим. Если вы показываете, что продвинулись, там, выполнили свой план, но вам времени еще немножко не хватило. Но второй год мы попросим, чтобы вы компенсировали, допустим, там, 25 или 30% расходов по содержанию помещения. Для того, чтобы следующие молодые команды получали такие же условия. Ну, и так это видится, до 3 лет вы получаете супер льготные условия. Творите и делайте. Тогда спасибо, передаю вам разные правления.